курил, Сереж, скажи. А, я не курил порядка 15 часов, наверное. Еще 2 часа я бы бросил уже тоже. Еще вон второй снимет. И крыша, видишь, какая классная. О, сними наши модные чехлы. Одинаковые у нас. Так, ну все, нам выдали номер, да? Наконец. Пошли внутрь. У нас номер на первом этаже. Вот с такими прекрасными дверьми. Окон в номере нет. Только двери. Один вход, короче, и все. Причем, очень интересная деталь, что спальня находится напротив, а шторочки, они как бы коротенькие. И когда вечером ты ходишь без халатика, иногда получается вот так. Ой. А там все видно. В общем, все мучаются, потому что двери хочется открыть, а как бы возможности нет. Ну, не портит абсолютно номер. Как бы. Вот. Много места, клевое очень освещение. Его везде много. Можно включить лампы, можно светильники. Здесь, кстати, диван обалденный. Мини-бар бесплатный. Единственное, что смутило, почему нет еды в мини-баре. Говорят, что здесь оставишь один орешек, и вся семья муравьев, семь поколений не придет жить теперь к тебе. Зато есть кофемашина, кстати. Вот. Причем вот не просто кофемашина, просто это нагревает воду, там и чай можно заваривать. По американскому стандарту кофе такой американский, вот. Как они любят. То есть окошки вот такие. Как таковых окон в номере нет. Единственный дневной источник – это вот двери. То есть, я не знаю, видно что-то там через них, когда свет. Ну, скорее всего, видно, мы стараемся об этом не думать. Единственное, вот тоже плюс или минус номер, вот лесенка. С этой лесенки, по-моему, пару раз я уже упала. Сергей, днем плюс, помню, ночью минус, я считаю. То есть, так, ночью я уже, когда шла в наш санузел, я уже грохнулась. Ну, можно, конечно, привыкнуть, вот. Здесь кровать находится на подиуме. Подушек две достаточно жестких, по-моему, 4 обычные, кстати, одной подушки не хватает, она где-то тут у нас лежит. Вот. Причем освещение тоже здесь 2 бра, в потолке тоже вот под этой деревянной тоже освещение. Вот. Но опять я говорю, что мало места для хранения, потому что вот здесь вот такая вот тумбочка, все, больше ничего нет. То есть положить. Ну, больше ничего не нужно, так для сна. Ну и наш, в принципе, почему вот мне очень понравился номер, здесь джакузи есть. Да, то есть тут связь прямая, есть телевизор и есть джакузи, можно лежать в джакузи и смотреть телевизор. И картинка, непонятно. Вот. Ну, на этом, в принципе, все. То есть, в принципе, спальня,
такая мини-гостиная. Здесь зеркало в полный рост. Ну, а здесь, собственно говоря, шкаф. Две раковины. Ну, тут все стандартно. Единственное, плюс зеркало есть. Вот. Ну, там душ, туалет. Вот. Ну, душ стандартный. Можешь в душе. Здесь все в воде. Вот, как бы, ну, нормальный душ. Единственное, полотенец на водою, там, по-моему, штук 6. Не знаешь, куда девать все это многообразие. И причем меняешь их, они тебе новые приносят. Потом опять новые. Ты думаешь, боже, что же ими вытирать? Весь номер, что ли? Вот, как бы, никого мы не слышим, соседей. Я не знаю, может, соседи нас слышат. Опять же, хранить особо, ну, вещи негде. Вот в шкафу две полки. То есть, как бы, все. То есть, на одной из них сейф. То есть, мне две полки мало. Вот Сережа свою технику тут хранит. Ну, стол понятно. Да, мне просто сюда он подошел, взял нужный объектив, пошел дальше. Вот, и, кстати, цветочки, они каждый раз нам новые. Да, привыкли. Цветочки меня каждый раз. Я, кстати, был, где их рвут. Вот. Ну, прям в саду. Рвут прямо вот с этой клумбы, которая во дворе. Ну, да. И вот кровать. На балконе что у нас? Два стула. Да, очень неудобно, в которых невозможно сидеть, нужно лежать. Удобно отдыхать. Так, да, прекрасный вид на газон и кусты. Море буквально в 5 минутах. Ну что еще? Ресепшн особо не докучает. Ресепшн, да. Вот. Вроде слышно. У нас забыли наволочку с уборки. Бывает. Ну, отлично. Заберем с собой. Ленточку. Давай, пусть закоптянул. Рисовых шариков под названием роллы. И мы вообще не знаем, что за карта. Нам сказали Раша, сказали ничего не понимать, мы сказали вообще ничего. Нам принесли это. Теперь
теперь все понятно. То есть меню оказывается не два листа, а вообще один. Ну, посмотрим, хотя там традиции что-то с шоколадом и с ванильным соусом. Сергей сейчас пробует. Супер, супер суши. Он у нас опытный уже молодой человек. Божественно. Лучше, чем в наших ягиториях, чайханах. Очень реально. Да? Попробуй. Не-не, я что-то не хочу. Я не доверяю этим людям. Очень. А соус-то ванильный, сыря? Соус тут сладкий, не знаю. Сладкий? Да. Я не ем. Не реально. Да? Ну, чуть-чуть другой лист. Более влажный. Open your mouth.
Вот такой вот сезон дождей. Да, и все буквально прошло 10 минут, и опять солнышко. Хорошая погода. Они тут не футболы, это тропические липы, которые там сюда. Причем это не только в сентябре, у них вообще идут дожди, ну, круглогодично. И все, так заканчивается. Жарит очень. Последствия дождя. Идем смотреть розового фламинго.
Вы там лезли, да, Павлик? А? Вы там красивый, Павлик, облезли, да? Они без паспорта. Сереже делать нечего, он завтрака домой идти не хочет. Всякую фигню фоткать надо. У вас такая птичка. Мы идем смотреть черепашек, кроликов, таких каких-то птиц и еще кого-нибудь. Кого найдем? Вот все здесь таблички есть. Видите, всегда думают о людях. Смотри, колонки сделаны, камни, видишь, встроены. Да. На белый аист. Прямо, можно сказать, маленький заповедник, в котором настоящие джунгли. Кругом черепашки и всякие другие животные. Другого прохода.
Давай. Давай сюда, да? Давай. Выключай ее. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть обрыв обогнуть. Что, Дарья, расскажи, как вы отдыхаете? У меня муж бледный, не можно на руках носить. Вода тухлая. Я не хочу в ней ноги купать. Приедем в Москву. Сейчас я тебе дам, вода кончилась. Сейчас я тебя доберусь, вода у меня кончилась. Иди сюда, блин. Иди, давай.